от святой этой. А веж, а инструкции до него щегнаем из интернета, бо там такая папирова, то есть такая трохи бардзо огульна. Курде, це ж понад 120 стран, ну кто-то є в Курдистані научить чи запам'ятати, щоб через кожне вєш фотографування, прочитати, наприклад, ну відомо, що будемо робити вночі, прочитати на тему власне того трибу ночного, що ще там можна додатково. О, хто є країночка, то рано здиму. Оту, власне, трохи вітерек може бути, бо то звислий. Как вышли на площадь Замковую, так сразу погода несколько изменилась. Со стороны Вислы потянуло ветерком, стало немного прохладнее. Это не то, что бродить по закомаркам и улочкам старым, старого города. А, ну ясно, ну, зроби. Тут якщо відвислий такий вітер. Де? Ну це буде так, о, є тут є дом. Тато! То хіба сідає хтось? Около колонни Зигмунда продають гірляндові світящиеся букети. Даже не спросил, сколько это стоит. Но не думаю, что это вещь полезная. И детям она, мне кажется, заказана. И вновь я на площади Замковой. Было утром, теперь есть вечер. Колонна Зигмунда и Краковское предместье. Краковское предместье, Краковские предместья, это прогулочный проспект Варшавы. Он связывает расположенный на берегу Вислы исторический старый город с современным центром столицы Польши и выходит на аллею Иерусалимские. Начинается у Замковой площади, где находились разрушенные в 19 столетии Краковские ворота. Важный элемент укреплений старого города. Дорога вела на юг в сторону Кракова, вдоль берега Вислы, над обрывистым откосом. Вдоль дороги находились самые красивые дворцы и костелы Варшавы. Костюм, ну. Змарзлась там их? Ну. В 2006 и 2008 годах Краковское предместье было значительно модернизировано, оно получило широкие тротуары и новую узкую мостовую из китайского гранита. С тех пор допускается движение только автобусов и такси. Улица Краковское предместье вместе с улицей Новый Святый и Уздовскими аллеями являются частью Королевского тракта Варшавы. В 19 столетии здесь были построены здания Варшавского университета и Академии изящных искусств.
Перпендикулярно Краковскому предместью в эпоху барокко была создана Саксонская ось, грандиозный комплекс площадей, дворцов и парков. Мы уже там бывали. Нет, он на постарке уже. Такие места, как Новый Йорк, си там, Лондон, то там вагоре есть. Да. Тоже, по, как то пейки. Але пейки то выглядит. Ну, Ланда, но не дошло. Человек. Но за нами еще там один из трех псов. Псы тоже выбрались на праздничную прогулку, свинточный спацерок. Вместе одна из самых красивых в Варшаве. Мы тут идем после посещения старого места. Вот тут вот была дворец президентский. Мы тут не раз были в дневное время, но и вот сейчас впервые идем во время вечернее. Утверждается, что если пройти по этой улице не просто как турист, осматривая красивые исторические здания, а чуть-чуть вооружиться знаниями хотя бы из Википедии, то оказывается, что эта улица – место сосредоточения, где жили, умерли, учились или творили выдающиеся люди не только Польши, но и других стран, а многие из них повлияли на общую историю Европы. Надо заметить, что Краковское предместье – это одна из лучших пешеходных улиц Варшавы, особенно в такие вот праздничные дни, как этот вечер. Она и будет пешеходной практически все Рождество, но одновременно потом часть этой улицы будет занята движением маршрутных автобусов и, как уже отмечалось, маршрутных и прочих такси. На мертвой планете не бенди штук. На мертвой планете не будет искусств. Висит плакат. А ту музычку можно послушать. Чего она мокрая? Это был Шопен? Краковское предместье довольно-таки длинная улица. Она растянулась на 1 километр 100 метров примерно и обросло дворцами и костелами в барочном стиле, пятизвездочными отелями, бутиками и кафешками. Она практически, я немножко утрировал, сказал, что она выходит на аллею Иерусалимской. Она выходит, но как бы заканчивается при пересечении улицы Свинтоксышкой. За ней начинается другая улица Новый Свят. И здесь на перекрестке находится дворец Замойских, кампус Варшавского университета и так далее. А за Новым Святом университет – это ближайший к историческому центру станция метро. Отметим тот памятник, который стоит около президентского дворца, конная статуя Юзефа Понятовского. Оно, как он считается, его сделал Торвальдсен, знаменитый скульптор начала 19 века, по образу тоже, как считается, статуи Марка Аврелия, установленной на Капитолии в Риме. Статуя долго не имела постоянного места. Сначала ее помещали в Мадлине, и в конце концов в 1922 году ее вернули в Варшаву.
Thank you.